Здравствуйте, уважаемые! Сегодня очередное стихотворение Алексея Николаевича. Ни веселья, ни сладких мечтаний ты в судьбе не видала своей. Твоя жизнь была цепью страданий и тяжелых, томительных дней. Видно, Господу было так и нужно. Тебе крест он тяжелый судил. Этот крест мы несли с тобой дружно. Он обоих нас сжал и давил. Помню я, как в минуту разлуки ты рыдала, родная моя, как дрожа твои бледные руки горячо обнимали меня. Всю любовь, все мечты, все желания, все в слова перелить я хотел. Но последнее слово страдания, оно замерло в миг расставания. Я его досказать не успел. Это слово сказала могила. Не состарившись, ты умерла от того, что ты слишком любила, от того, что ты жить не могла. Ты спокойна в могиле безгласной, но один я в борьбе изнемог. Он тяжел, этот крест ежечасный. Он на грудь мне всей тяжестью лег. И пока моя кровь не остынет, пока тлеет в груди моей жар, он меня до конца не покинет, как твой лучший и символ, и дар. Всем спасибо.